Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Тилс, и я продолжаю играть в Five Nights at Freddy's 4. И это пятая ночь. Наступает уже пятая ночь. И я боюсь, что на этом все и закончится, что я даже не смогу ее пройти, потому что здесь творится такой хаос. Я не знаю, это очень сложно, но он где-то там пробежал. Или не там. Ну ладно, в общем, будем его искать, потому что я не всем соображаю, как... Да, он здесь. Здесь, уходи, сволочь. Здесь, получается, все остальные зверушки, или как их назвать, они все попропадали, и... Тут. Он появляется сейчас везде, он будет везде появляться и появляться, Вот, все зверушки пропали, остался только вот этот вот золотой Фредди, или как его зовут, я просто боюсь сказать неправильно, и меня потом в комментариях заплюют, скажут то, что что-то какой-то тугой. Вот видите, он везде! И здесь, и там. И смеется еще, ходит. Очень смешно. Запугал меня до смерти. Молодец, братан. Ты в шкафу вообще можешь быть? Да, может быть. Я вот этого не ожидал на самом деле. Ну ладно, главное его закрыть. Он, короче, появляется везде. Он ходит прямо в моей комнате, возле комнаты. Постоянно. Где? Да, он здесь. Мне пришлось выкрутить звук на такой максимум, чтобы я постоянно слышал, о чем он, где он ходит и так далее. А это достаточно сложно, я вам скажу. Это очень сложно. Да, он где-то ходит. Нет, тут не ходит он. Ну ладно, я надеюсь, что он прятаться не умеет, потому что это было бы... Ушел. Это было бы очень плохо. Потому что зачем ему прятаться? Он просто тупо надо мной издевается. Вот что он делает. Он просто надо мной издевается. Сволочь. Нет, здесь пусто. Здесь пусто. Все хорошо. Все хорошо. Так, он здесь. А! Как ты? Ты ж там был за дверью. Как ты здесь? Продолжаем наши, по-видимому, бессмысленные, жалкие и тщетные попытки пройти пятую ночь. Сразиться, так сказать, с этим самым... большим желтым медведем. И я бы сказал, почему он желтый, но я не буду, но все-таки. Все-таки мы здесь будем добрые, мы и так добрые, мы ж на канале у доктора, и здесь все любят My Little Pony, и... Я знаю, почему у него творится такая вакханалия в этом доме. У него в доме творится такая вакханалия, потому что у него нет фигурок с пони. Если бы у него здесь были фигурки с пони, тогда бы его никто и не под... Не подумал трогать. Тогда было бы все замечательно. Он таки не появляется. Как ни странно, потому что я уверен, что я слышал там звуки, но он там таки не появился. И здесь его нет. Что, он как-то перестал топать, что ли? А ну тихо. Где-то он здесь топает, блин, или не топает, или мне кажется. Но он должен быть за той дверью, ну... Может, он прячется? Или он не умеет? Наверное, он все-таки не умеет. Нападаться! Сколько можно на меня нападать, сволочь? Дай мне пройти пятую ночь. Ты так хочешь поцеловать меня? Ты так хочешь сделать свой, не знаю, большой поцелуй своими большими зубами или что? Я не понимаю. Я не понимаю. Но, ладно. Будем еще пытаться и пытаться. Мы обязаны пройти эту ночь. Она очень потная. Может быть... Нет, она очень потная, очень жаркая такая ночь получается это. Хотя я думал, что четвертая, да даже третья были очень сложные. Но пятая это просто... Хардку, капец! Прямо у... Офигеть! Хорошо, что он виснет от фонарика, когда я его вижу. Очень... Очень сложно расслышать звуки. На самом деле, я вам скажу. Да, он там есть. Супер. Просто великолепно. Вроде ушел. Да-да-да-да, ушел, точно ушел. А здесь он... Есть, он прячется. Да, все-таки он прятаться умеет. Вот это, конечно, убивает больше всего. Наверное, на это... из этого он на меня нападал, потому что он умеет прятаться. Все-таки... Да, этого здесь нет. Хотя я уверен, что я звуки слышал. Он здесь. Все-таки звуки были отсюда. Замечательно. Он просто тупо бегает по всей квартире моей, вот так вот, из угла в угол. И... Странно. Очень странно это все.
Очень странно, но он смеется, он где-то рядом. Понятно. Вот где он был рядом, в шкафу. В шкаф ко мне забрался. А если бы были фигурки с пони, бы расставил вокруг себя Пинки Пай и нарисовал такой мелом круг на полу в виде тортика. И позвал бы этого золотого мишку на чай. А он смеется, возможно, он меня слышит. И думает, какие же у меня, наверное, глупые идеи. А идея-то не глупая. Вот это я сейчас офигел с этого. И такого я еще не видел. Голова. Вашу мать. Но здесь лежала голова. Голова. У меня на кровати голова. Супер. Великолепно. Вали отсюда, вали. Прекрати мешать мне жить. Я хочу прожить эту пятую ночь и все. Так, пустота, пустота, пустота. Ну я там его слышал, он тут точно там. Или он здесь был? Какие-то звуки. Ага, вот здесь. Ушел. Ушел, ушел, точно ушел. Хорошо, хорошо. Хорошо. Я не уверен в том, как меня сейчас слышно. Наверное, нормально. Ладно. Нет, вот блин, я вот не могу понять, он может прятаться или нет в темноте, потому что... Голова, голова, голова. Ты, конечно, пугаешь больше, чем беса, но я в эту игру же столько наиграл, что я ничего не пугаюсь. Потому что я знаю, что они там будут. Я это знаю уже на 100%. Я в этом просто уверен, что там кто-то будет и так далее, поэтому я их как-то не особо и боюсь. И... пусто. Пусто, все-таки пусто, ладно. Голова не появляется, в шкафу может быть он... Нет, в шкафу его нет, а тем временем уже 3 часа ночи. И мы потихоньку-потихоньку всего лишь еще... О! Вот это было внезапно. Если бы я еще раз нажал, то он бы на меня напал и съел бы меня. Так, понятно. Ушел. Фух. Супер. Нет, не приходит. Головы его здесь нет. Может быть, в левой двери... Его здесь нет, ладно. Может быть, в правой двери? Да, он там. Нет, как нет? Ну блин, я же слышал, что ты там ходил, ты еще и смеялся после этого. Давай. Ладно. Ладно. Да, он здесь. Слушайте, он внезапно появился, то есть, наверное, все-таки он может прятаться. Наверное, все-таки он прятаться может. Опять. Идет. Идет ко мне. Ну иди, иди, давай. Я тебя здесь жду. Нет, не жду, нет, не жду, не иди, нет, 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 нет. Господи, упаси. Так, понятно. Опять ты здесь появился. Ладно. Да! Блин, все-таки, наверное, он прячется, потому что он внезапно появляется прямо возле моей рожи. Вот прямо готов... Убежал, убежал в эту дверь, убежал в эту дверь. Там такой был именно бег. Бежал в эту дверь. Я слышу, как он бегает. Он именно бегает. На кровати, может? Нет, на кровати пусто. Где-то он там ходит. Точно ходит. А где ты там ходишь? Не здесь явно. Может быть, ты уже на кровати у меня? Я не знаю даже куда. Давайте в шкаф пойдем. Нет, в шкафу тоже его нет. Хорошо. Давайте по-быстренькому в эту дверь. Иду здесь! Здесь, здесь. Я аж немножко дернулся от того, что он здесь появился. Меня это не особо радует. Здесь. Понятно. Но ты-то убегай, бегай, бегай. Он туда-сюда бегает и бегает. А уже тем временем 5 часов утра. Я не могу сейчас проиграть. Ни в коем случае. Нельзя сейчас мне проигрывать. Давай, давай. Здесь. Держим. Убегай, убегай, убегай. Часы, идите быстрее. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я чувствую уже, как... Уходи от меня. Не иди ко мне. Не заходи ко мне в комнату, сволочь. Не заходи. Оу! Ладно, 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 ладно. 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 Нет, тебя там нет. Все хорошо, все хорошо. Ну хорошо, хоть здесь, а не сзади меня. Ушел в эту дверь, наверное, потому что... Здесь он, да, да. Быстро он бегает, так, он, наверное, побежал сейчас в эту дверь. Оу! Ушел, ушел, супер. Да, 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 да!
Я прошел пятую ночь! Да! Ребята, вам никогда не понять моей радости. Ноль дней до вечеринки. Следственная вечеринка уже наступила, я так полагаю. Извините за то, что только что насрал вам в уши, но я не мог этого не сделать. Вау, твои братья... Я не знаю. И вы помните, что я плохо знаю английский? Почему мы не поможем ему закрыть глаза? Он любит это. Нет, пожалуйста. Может, не глаза, я не знаю. Лук — это что-то видеть, наверное. Не знаю даже, что там. Идем, ребята, приведем маленького мальчика в лифт. Он хочет идти к... Не знаю, к персоналу. Что это такое? Я так и не понимаю. Нет, я не хочу идти. Нет, я не хочу идти. Опа-на. А вот эта сволочь, которая за мной гонялась. Ты боишься, маленький человек? Или не боишься? Хёрт, это бояться? Нет? Эй, ребята, я думаю, маленький мальчик говорит, что он хочет большой поцелуй от Фредбира. 3, 2, 1. Вы чё творите? Вы чё, мне не нравится такой поцелуй? Мне совсем не нравится такой поцелуй. В итоге он нас просто раскусил и всё. И что я вижу? Шестая ночь. Шестая ночь экстра. Нет, я не знаю. Ребята, напишите в комментариях, хотите ли видеть шестую ночь. В общем, на этом, наверное, мы заканчиваем. И на этом мы заканчиваем. Всем огромнейшее спасибо за то, что смотрели все пять ночей. За старание, ребят, за старание я заслужил лайк. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк под этим видео. Напишите ваш комментарий, хотите ли вы видеть следующую ночь. Потому что я не уверен в том, что ее пройду, поэтому заранее уже с вами попрощаюсь. Мне было очень приятно побывать на канале у доктора. Мне здесь очень понравилось, здесь очень уютно, здесь приятные люди и так далее. И, в общем, вас, приятных людей, я зову заглянуть на мой канал. Ссылка на который есть в описании. Загляните, у меня там есть разные видео. И обязательно, обязательно, я забыл сказать, чтобы вы подписались на доктора, если до сих пор не подписались. Потому что у него есть все самое интересное. Интересное, начиная от пони, которых здесь очень много, все самые быстрые переводы, все быстрее, быстрее, чем только можно, выходит у доктора. И озвучки фильма Five Nights at Freddy. И вообще все подряд. Развлекательный контент. И вот Five Nights at Freddy. В общем, все, подпишитесь на доктора и не забудьте заглянуть на мой канал. И обязательно поставьте лайк под этим видео и напишите комментарий. Еще раз всем огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы смотрели. И до новых встреч, дорогие друзья. Возможно, новые встречи будут очень скоро. Всем пока! Мы ночью ждем опять, чтоб пригласить вас погулять. С новичками поиграться, эти годы были одни. И мы теперь обречены, мать и забыты, петь должны. Все жизни прочь унесены.